Николай родился в Малой Азии, в провинции Ливия, в городе Папар. Его родители Феофан и Нонна. Во время крещения младенец 3 часа постоял в купели. По средам и пятницам он сосал молоко только вечером по окончании молитвы и попали. Спаси, тебя на помощь призываю, молитву Богу вознеси, щедротами своими ты спаса от подавления корабли. Прошу тебя, угодник Божий, моей ты скорби помоги, неисчерпаемое море чудес ты в жизни соверши. Лишь только где являлось горе, ты всем на помощь приходил. Пустых разговоров и легкомысленных друзей, зато часто ходил в церковь. Дядя Николая, епископ Паталин, посоветовал родителям отдать его на службу Богу. Они с радостью согласились, и скоро епископ возвел юношу в дьяконский, а затем в священнический сан. Когда он рукополагал Николая, то по наитию Святого Духа пророчествовал, что этот пастырь будет утешителем печали и помощником попавших в беду. Николай и в самом деле был очень отзывчив и милостив. Когда умерли его родители, он раздал все свое наследство бедным. Шапке, облачка, воскола, лапа, дочка.
Николай отправился в Палестину, поклониться святым местам, стояла тихая, безветренная погода. Но внезапно налетел шторм. Он так разбушевался, что уже никто не надеялся спастись. Драгоценно мерцая опалом, безмятежное море лежало. Паруса надувал легкий бриз, стайки волны заботно неслись. Вдруг откуда-то брови на хмуря, черным демоном вырвалась буря. Потемнели косматые тучи, взвился вихрь над волнами могучий. Поднимая из бездны валы, он бросал их на выступ скалы. И корабль просмоленный и крепкий шторм швырял, словно легкую щепку. Ветер выл и стонал, и свистел. Смертный ужас людьми овладел, и упали матросы с мольбой: «Помоги нам, угодник святой!» Николай погрузился в молитву. Стихла буря, жестокая битва, стала ясной и тихой опять голубая бескрайняя гладь. Но тут случилась новая беда. Один матрос полез на мачту, сорвался, разбился насмерть. И Николай Чудотворец воскресил его своей молитвой. На обратном пути из Палестины святой решил не возвращаться домой, где его все знали и почитали, а жить в каком-нибудь городе, при храме, как нищий, которому негде главу преклонить. И он поселился в Мирах, главном городе Ликии. В то время архиепископ Мир и всей Ликии Иоанн скончался. Епископы собрались, чтобы избрать его преемника, но никак не могли договориться между собой. Епископы стояли и молились. Они с мольбою к Богу обратились. Как нам найти достойнейшего мужа? Архиепископ нашей церкви нужен. И вот явился ангел одному и волю Божью передал ему: кто первый в храм соутренний войдет, того и примет с радостью народ. Тот свет христианский принесет ваш край, и будет его имя Николай. На утро первым в храм вошел святой, ответил: кто ты, тайну приоткрой, свое предназначение не скрывай, угодница тихо молвит Николай. Став архиепископом, святой Николай был также милостив ко всем, также постился до вечера и не носил дорогой одежды. Язычники, слышавшие слово его, обращались к истинной вере. Поистине смело можно утверждать, что вся жизнь святителя Николая является собой настоящий подвиг, подвиг любви к ближнему. Подвиг есть и в сражении, подвиг есть и в борьбе. Высший подвиг в терпении, любви и мольбе. Если сердце заныло перед злобой людской, или насилие схватило тебя цепью стальной, если скорби земные жалом в душу впились, с верой доброй и смелой ты за подвиг берись. Есть у подвига крылья, и взлетишь ты на них без труда, без усилий, выше мраков земных, выше крыши темниц, выше злобы слепой, выше воплей и криков гордой черной людской. Я же вещи истина, все города, все жалкие, все смирения высокая, нищетою богатая.
детей и поддержи. Отчизне нашей православной и мир, и тишину подай. Услыши нас, великий, славный, святитель Божий.